Давненько такого пати у нас не происходило. Если кто-нибудь смотрит, и кто может взять меня на работу без паспорта, можно меня взять на работу? Я не скажу налоговой, куда меня взяли. Я просто сниму это на камеру, все это все равно увидят, да. Нас не возьмут на работу! Нас не возьмут на работу, Васечка! Мы, ребята, удалые! Ищем щели половые! Ну, конечно, тараканы, умничка. Нет, ну, начнем с того, что я тоже, опять же, была рядом, да. Ну и ты умничка, ну что ты? Спасибо. Ты тоже умничка, но не оближешь, не встанет. Не встанет. Так, что необходимо? Не встанет. Марка? Не влезет. Максон, ну? Давайте думать логически. Давайте реально логически. Что может встать, когда облизываешь? А что мы облизываем? Леденец. Иди угадай, ты же знаешь. Я знать, должен разбираться в этом. Не оближешь, не встанет. Интересно. Не встанет, значит, не влезет. Не встанет, значит, не оближешь, не встанет. Иголка с ниткой, господи, которую облизываешь, ниточка, в этот, она точно должна встать. И... Да ты же хороший, ты мой, как нам, Милана, ты помогла. Мы давай играем. Давай. Тут муха, которая не может взлететь, но прыгает. Прикольно. Серьезно. Смотри. Она взлететь не может, только прыгает. Человек построил машину времени, но... Смотри, странная муха. Не смог переместиться ни в прошлое, ни в будущее. Почему? Не отпустила жена. Неправильно. Нет. Вот я не смог, допустим. Да, вот почему? Я не могу переместиться. Вот все. Она не завелась? Машина времени – это часы. Поэтому он не смог переместиться. Нет, ну подождите. Суть машины времени в том, что неважно, какая оболочка, насколько я предполагаю. Нет, машина времени – это часы. Ну, я понимаю. Все. Там написано Милан. Мое имя написано. А. Пощекотать? Скажите, пожалуйста, что... Это некрасиво. Некрасиво так поступать с людьми. Некрасиво. Это неправильно. Совсем неправильно. Вы поймите. Нет.